Всем приветики. Пришла ко мне еще одна посылочка. Вот в такой вот упаковке. Сама она немножко помялась, потому что здесь нету никакой защиты. Просто обычный пакет, как бы. Никакой пупырки, ничего. И коробка, ну, немного помялась, как бы. Ну, то есть с этой стороны она такая более-менее нормальная. А вот с этой уже видно, что немножко помялась. Посмотрим, надеюсь, внутри целая будет. Мне бы очень хотелось, чтобы так и было. Так. Там внутри, я так понимаю, больше ничего нету. Да, все, больше ничего нету. И вот она, посылочка. В пакетике таком лежит ножик. Ну, на вид он такой, конечно же, прям классный. Это что такое за грязь такая? Так, ну он такой на вид какой-то такой. Блин, классно смотрится на самом деле. Я вообще прям. Ну, правда, здесь вот чувствуется не гладкое. Ну, то есть с этой стороны. Ну, то есть чуть-чуть как конец не там. Как это сказать? Не закруглен, он острый получается. Ну, не то, чтобы порезать, но чувствуется, что палец так трется. То есть. Как это там правильно? Блин, ну крутая штука такая. Ножик такой. И сейчас мы его откроем. Блин, а он топчик на самом деле. Вот только в таком чехольчике. Ты его типа вешаешь на веревочку куда-нибудь. И вот так он у тебя висит, получается. Ну вот. Хотя, по идее, он должен вот так быть у тебя. Чтоб ты, если что, его резко выхватил, и все. Где-нибудь на боку висит у тебя, так вот, под этой рукой ты так, если что, хватит. И достаешь такой. Блин, ну он, конечно, круто смотрится, вообще, такой топчик. Ну вот, такая вот штука интересная. Рукоятка сама по себе нормальная такая. Кольцо это тоже на вид нормально переливается. Вот. Ну, разве что вот здесь вот немножко с этой стороны не закругленное. Потом тут он остренький, конечно же. Сам по себе нормально, разве что вот тут вот маленькая царапинка есть. Вот она. Так, здесь. Вот он ножик. Ну и с этой стороны тоже нормально. Ну, мелкие какие-то видны такие вот. Потертости, но это не хотелось бы, конечно, чтобы он был идеально. Но. Ну, как бы. Сам он бывал. Понятно, что нет в жизни ничего идеального. Сам он заточенный, видно, вот такая лезвие заточенное, оно блестит. Так. Вот оно заточенное лезвие. Блестит таким железным цветом. Ну, то есть не покрашенным, а такое вот. Так, чтобы такого разрезать, я даже не знаю. Ну, выглядит, конечно, круто. Такой ножик из CSGO. В CSGO точно такой же ножик, керамбит. Теперь у меня есть такой ножик. Блин, крутая штука на самом деле. Мне нравится, правда, под мою ладонь немножко, конечно. Хотя, в целом, норм. Так, сейчас посмотрим, что можно разрезать. Нашел я листик от своей старой тетради. Сейчас возьмем ножик и... Так, возьмем и попробуем. Ну вот, он остренький как бы. Режет. Это хорошо. То, что не надо его точить. То, что он уже... наточен. Довольно-таки круто. Так. Ну-ка. Попробуем столько слоев. Да, без проблем. Все режет. Ну, то есть, нормально наточенный ножик. Хорошо себя ведет. Блин, круто на самом деле смотрится.
хотелось бы, чтобы он еще больше блестел. Ну, то есть, получается, он такой просто покрашенный, но в нем не отражается. То есть, поверхность, а хотелось бы, чтобы отражалась. Ну, что, то есть, чтобы он был такой, как блестящий, чтобы на нем вот отражался, например, чехол. Ну, чтобы тогда он бы еще круче смотрелся бы. Ну, он и так круто смотрится, конечно. Но он был бы еще круче. Классная такая вещичка, прикольно. Блин, жесть, хочу вам сказать, не играйте с ним, он очень острый. Я хотел как в КС-ке так вот крутануть, когда ты так вот отпускаешь, он так вот летит и прокручивается. И пару раз у меня получалось, я уже собирался это заснять. И вдруг последний раз он так вот тын. И блин, проткнул, он реально же острый, блин. Короче, нож крутой, будьте осторожны. Я вот и думал, что хотелось бы его покрутить, но опасно то, что... Он острый, можно себя ранить. И, блин, я ранил, черт. Ну, короче, на этом все. Всем покеда, нож крутой.